Приветствую на канале Грамматик, и сегодня я покажу вам, как я работаю с мужской удлиненной стрижкой. Первое, с чего я начинаю с разделения. Выделяю треугольник на затылочной зоне и квадрат в верхней зоне. Зона челку тоже в виде треугольника, для того, чтобы я мог простричь ее отдельно. Работу начинаю с правого виска. Работаю в диагональном разделении. Для чего я работаю в диагональном разделении? Для того, чтобы направить волосы в нужную мне сторону. Диагональ направляет волосы назад. Таким способом я простригаю всю височную зону и перехожу к затылочной зоне. Мы всегда должны с вами работать на мокрые волосы, тем самым у нас больше контроля и больше направления. Если ты хочешь стать немного лучше, совместно с Marmax Academy мы запускаем мужской курс. Курс будет состоять из 4 стрижек разной длины, от самой короткой до самой длинной мужской стрижки. Если вам интересен этот курс, пишите в комментариях, я с удовольствием вам отвечу. И после того, как курс выйдет, я отправлю вам ссылку на регистрацию. Курс будет стоить символических денег для того, чтобы каждый, кто захотел немножечко стать лучше, смог приобрести его и получить новые знания. Заходя на затылочную зону, я также работаю в диагональном разделении для того, чтобы задать направление волосам, чтобы волосы смотрели назад. Не забудьте подписаться на мой канал, оставить лайк, вам не сложно, ну а мне приятно. После этого я перехожу на вторую сторону, отмеряю контроль с правой стороны и переношу ее на левую сторону. Работаю также диагональными разделениями, направляя волосы назад. Помним о том, что диагональ помогает нам направить волосы назад. Всегда работаем на мокрые волосы, для того, чтобы было больше контроля. Дохожу до затылочной зоны и после этого соединяю с правой зоной. Просушиваю волосы и начинаю оформлять затылочную и височную зону. Я буду работать в технике фейд, буду начинать с височной части и после этого перейду на затылочную часть. Создаю линию окантовочной машинкой, после этого насадкой 6 мм, снимаю общий объем. Насадкой 4 мм, спускаюсь чуть ниже. Насадкой 3 мм я работаю на самой короткой части. Оформляю бороду, ну а это видео вы можете видеть у меня в подсказке, так как у меня отдельное видео по оформлению бороды. Перехожу на затылочную зону и таким же способом я создаю линию. После этого насадкой 6 мм снимаю общий объем, иду к самому длинному. Насадкой 4,5 я работаю в середине, насадкой 3 мм я работаю в нижней зоне. И 1,5 мм дорабатываю форму. Создаем окантовку, ориентируясь на самую плотную часть. Работаю окантовочной машинкой для того, чтобы максимально аккуратно и четко создать линию. Техникой тушевкой смягчаю переход между машинкой и работой на пальцах. Распускаю треугольник и соединяю верхнюю зону с затылочной зоной. Так как я работал диагонально, таким же способом я диагонально перетягиваю волосы контрольной пряди на затылочной зоне и соединяю всю верхнюю зону треугольника в левую и в правую сторону. После того, как я соединил затылочную зону, я перехожу в верхнюю зону квадрата и соединяю ее с височными зонами, также перетягивая в стороны, в левую и в правую, для того, чтобы наша форма была совместима с височной зоной. Работаю в технике градации, накапливаю плотность на височной зоне, чтобы волосы красиво ложились назад.
Соединив все зоны, я перехожу в зону треугольника и простригаю ее отдельно. Создаю контроль по центру и все волосы подтягиваю к этому же контролю. Переходим к сушке и проработке волос. Я буду работать техникой Point для того, чтобы не разбить всю форму и форма была более мягкой. Если вам этот урок был полезен, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить комментарий. По поводу курса могу ответить вам в комментариях. И до скорой встречи!